Так, Сатурн. 28 декабря 2023 год. Запорожская область, близ города Орехов. К сожалению, не очень чистое небо, дымчатое. И немножко есть ветерок. ИСО сейчас 100. Увеличение 125 крат оптическое. И трехкратный цифровой зум. Ладно, давайте-ка луну снимем. Полнолуние у нас прошло, но я пользуюсь любой возможностью поснимать. Пока не похоже на Луну, да? Сейчас. Да что ж ты будешь делать? Уменьшаем выдержку. И вот она, наша красотулька. Что такое? Куда-то у меня просаживается штатив, что ли, проседает. Ну, в общем-то, не вижу ничего плохого в том, что полнолуние позади. Теперь у нас есть замечательная линия терминатора. Место, где свет встречается с тенью. Сейчас. Ну, как я и сказал, небо еще не совсем чистое, а луна еще довольно низко над горизонтом. Видите, вот эти колебания атмосферного воздуха, это понятно, что не на Луне происходит за отсутствием атмосферы на таковой, а из-за того, что над планетой Земля воздух нагретый днем, а сейчас плюсовая температура здесь. Вон у нас кратер Платон. Да, можно было подождать, пока повыше поднимется Луна и не такие плотные слои атмосферы будут. Но тут погода такие, что через полчаса может быть туча и ветер дикий. Так что и вон наш Аристарх. Белеет одинокий. Да, наверное, сделаю еще один дубль. Чуть попозже совсем что-то. Блекленькое изображение. За тучками. Ну, тучек нет как таковых, дымка. Давайте так на полный кадр и поиграемся чуть-чуть с выдержкой. Красотулька ты моя. Ну, наша, общая. Прям. Ладно, слишком много уделяю внимания. Сейчас давайте. А, Бетельгейзе можно снять, кстати. Ты, ребята, просили снять Бетельгейзе, а ну.
500 световых лет, да, по-моему, так. До нее. При понижении температур, конечно, намного хуже становится управление штативом. Наверное. Ну, смотреть по факту не на что. Не буду я сосредотачиваться. Очевидно. Тоже еще в зоне. Вон зато у нас есть Юпитер. В зоне облаков, я имею в виду. Бетельгейзе, может, попозже поснимаю. Вижу экваториальные полосы. Отошел. Мне хочется поподглядывать. Да, неплохо получилось. Прям таки я доволен. Наверное, лучше, что в этом дубле получится. Ну где-то, а вот он. Сейчас. Я хочу, чтобы он сам в кадр влез. О, вижу два спутничка даже. Впереди Галилеевы спутники. Сейчас посмотрю, что это за спутники. Приложение. Впереди Европа, за ним Ио. Понятно. Ну, ладушки. Сейчас будет следующий дубль. 28 декабря 2023 год, Запорожская область.